Приветствую, дамы и господа. Все мы знаем, что бывают иногда такие ситуации, когда не знаешь, чем бы заняться, потому что все делать абсолютно лень. Ну, не знаю, может быть, у вас не бывает, у меня такое бывает. Ни во что не хочется играть, ничего смотреть, вообще полная ерунда, и как бы, что делать-то? Я нашел ответ на этот вопрос, и если кто-то вам скажет, что, типа, вы можете сходить погулять, какой гулять? Мы с вами играем в игры. Поэтому решение нашей проблемы — флеш-игра под названием EnviroBeer 2000 Operation Hibernation. В чем смысл игры? Это довольно забавный. То есть мы медведь, и нам нужно есть рыбу, ягоды, чтобы потолстеть, и потом валиться в спячку и проспать до следующего уровня. Если вы думаете, что это все просто, и ничего интересного в этом нет, ну, тут вы ошибаетесь, потому что наш медведь сидит за рулем автомобиля. И, по-моему, немножко громко. Сейчас я поубавлю все-таки, чтобы меня было слышно. Тем, кто смотрел стрим по Dead Island, знает, как я люблю водить. И поэтому с вами приступаем. Управление осуществляется только мышкой, которая двигает вашу руку. Смотрите, какой плечах широкий. Чтобы добыть еду, нужно заезжать либо в кусты, либо в воду, чтобы, соответственно, на нас падала рыба. Вот сейчас мы это продемонстрируем. Переключаем скорость и поехали. Оп. Кстати, и есть, да. Отлично. Разве это не прелесть? Выкидываем это отсюда, потому что нам нужно. Так, будильник поставим. Все. Ну, о, будильник, кстати, поставим. На педаль газа, так проще. Теперь вон там наши конкуренты еще есть. Сейчас мы. Ой. Давай, на газ будильник. Надо найти рыбу. Надо еще рыбу. Вон она плескается, видите? Это замечательно. Сейчас мы. Нажимайся. Оп-оп-оп. Давай, давай. Ну и где? Где рыба-то? Ну ладно, вроде мы едем неплохо. Потому что у нас будильник немножко все-таки нажимает на педаль газа или нет, или мне кажется. Давайте еще его. Погнали. Оу, я. Вот сколько рыбы. Смотрите, это просто обожаться можно. Сейчас мы свалимся в спячку. Вот так выкидываем. Включаем. Все, нам говорят спячку. Пошел отсюда. Ну, ладно. С таким бардаком, как бы, так, на газ. Рыба прыгнула прямо в рот. Так, пошли отсюда все. Так, даем на газ. Включаемся на заднюю. Вот пещера, вот она. Так, теперь вот так вот сделаем. О, я. Хорошо, махер еще дадут дерево, дерево. В ту сторону. В ту сторону, давай. Замечательно. Чуть-чуть еще повернуть надо. Вот. Пещера. Заезжаем в пещеру, и там мы, собственно, будем спать до следующего лета. Отлично. Сколько мы всего. Говорят, что мы спали очень долго, хотя, в смысле, зима в этот раз за 3 минуты к нам приезжает. Надо быстро, поэтому сейчас все сделать. Oh, yeah. Oh. Кидаем отсюда, хотя можно было ставить, но мы будильником пользуемся, у нас будильник специальный. Смотрите, а, пчела! Пчела! Пошла отсюда, вон. Иди отсюда. Уйди отсюда. Поесть срочно, быстро. Так. Нет, это не ест, поэтому шишку. На педаль до газа назовем, она слишком маленькая. Давайте кинем. Вон в этого чувака. К сожалению, зеркало заднего вида тут не работает, поэтому понятия не туда еду. Так. Что такое? Что за мусор в салоне? О, я. Сейчас мы добудем еще рыбы. О,
такая вкусняшка. Замечательно, по-моему. Да. Вот мы еще видим, что впереди рыба. Кажется довольно однообразным, но на самом деле потом все будет усложняться. И рацион мы можем все поменять. Все, надо в спячку. Oh yeah, like a boss. Заехали мы. Это третий год уже. Зима снова приезжает в 5 минут. Нам здесь у нас есть запас времени. Карта немножко не меняется, насколько я могу судить. Но на самом деле должны появиться еще еноты и прочая нечисть, которая нам будет мешать это все делать. Интересно, что за марка в этом автомобиле. Давайте сейчас с Кармагеддоном немножко поиграем, а с тем чуваком, который так пришла. У нас конкуренты там просто тоже. Ой, давай, застрял. Ну иди сюда. Иди сюда. А-а-а, пчелы! Убирай их отсюда. Пошли нафиг отсюда. А, они мешаются. Нафиг будильника по башке. Я могу ее? Все. А тогда. Пошла нафиг. Все, вроде. А, я выкинул будильник. Черт! Как мы серию знаем, когда у нас? Это плохо. Конечно. Без будильника нам не прожить долго. А, барсук! Барсук! Пошел нафиг! Пошел отсюда. Пошел. Так. Ну тут хотя бы на педали ушел. Да чтоб тебя. Пошел отсюда нафиг. Все, вроде мы от него избавились. Теперь проблема других товарищей уже вон они, кстати, есть. Трудно, как бы, жать на рукой. Маленькая рыба. Ну ладно. Но без рыбы рак рыба. В данном случае маленькая рыба тоже рыба. Сколько нам до спячки еще интересно? Будильник выкинул, теперь непонятно. Ох. Так, вот. Припаркуемся в воде. Хотя вот рыбу не вижу особенно. Так. А да, да чтоб ты! Пошел отсюда. Выходи отсюда здесь. Ну, в это окно выкидывайся. Все. Медведь уже бесится. Не переключай, не трогай. Это нельзя трогать. Что? Что на месте? На. Все, пошел отсюда. Ладно, давайте хотя бы ягод поедим, что ли. Блин, нам вообще нечего. Ой, сколько ягод. Ой, сколько ягод. Ягод, ягод. Оу, я. Интересно, сколько нам еще осталось, блин? Я вижу пещеру, но нам надо сначала еще перекусить немножко. Оу, я. А, ну да, даже не ручная коробка передач, чтобы переключиться так. Так, ну ищем вот еще водоемчик, к сожалению, там не вижу рыбы. А, нет, есть, нормально. Сейчас. Она выпрыгивает. Конечно, по-хорошему надо машину почистить потом, но мне сейчас некогда этим заниматься. Музыка кончается, мне кажется, это плохой знак, что скоро надо будет уже нам в спячку ложиться. Да что такое? Вон она. Водоем, отлично. Давай, прям туда сейчас мы заедем. Ништяк. А так как я мог объехать это совершенно случайно? Сейчас же он все соберет, тварь. А ну-ка.
это здорово. Сейчас, все. Хайпернейт нам нужно сделать. Скорее, съедай это быстро. Так. Пещера. Вон, я вижу пещеру, как бы она не занята была. Ну ладно, сейчас быстренько доедем до туда. А, ну вон еще одна. Вообще ништяк. По прямой прям. На, из-за рыбы ни черта не видно. Это раньше было. Ну ладно, там медведь у нас сразу справляется. Зима пришла уже. Мы еле-еле успели. Так, 4 минуты. Ну и, наверное, мы последний. Я вам продемонстрирую. Ой, что, смотрите, какая у меня прическа. Да, замечательная прическа. Так, ну поехали. В этот раз часы не выкидываем. Ой, стойте. Я не хотел это делать. Чайно переключил совсем. Так. Дерим с будильником, но я не вижу никакой, честно говоря, еды, тут ничего нет. Нет никаких водоемов. Ребята там ходят тоже кошмарно как. Пошел отсюда. В наш район. А, нет, вон водоем, вижу, скорее надо добраться до туда. И никакого что-то. Но барсука в салон уже нам не надо. Зададим назад. Вот. Что-то он не выпал пока ничего. О, как мы уже быстро, смотри-ка. Будильник, конечно. Ладно. Оу, я. Как же хорошо вожу. Не терпится уже в Dead Island снова показать Бонивуру мастер-класс. Ну ладно, 5-й год уже. К сожалению, не могу посмотреть, сколько у нас времени идет. Запись уже. Ну давайте, это последний, как я обещал. Дальше уже по заявкам только. Дай бог барсук какой-нибудь свалится сейчас. Стой ты. Оу, е. Да, мы едим. Замечательно. Да, едим. Наши конкуренты что-то не особо активны как-то. Вообще, по идее, они очень такие. Ой-ой. Оп-оп. Настойчивые. Вау-вау-вау. Это да. Это было неожиданно. А что такое? Почему я переворачиваюсь? Стой. Ягода, хватай ее. Где-то я говорю. Так, то есть назад сдать сначала. А, еще раз. Дай назад. Поехали вперед. Да что такое, шишки? Черта, не нужны. Я говорю. Есть срочно. Что такое? А что, руль не поворачивается? Что у нас? Максималку вывернута. Давай. Будильник, делай свое дело. О, смотри, сколько рыбы. Оу, е. Оу, нам это сейчас пора. В пещеру. Давай. Ну, я думаю, последняя рыба будет, нам хватит. Да, вот это еще сожрем. Жирная рыба была. Ладно, и погнали. Оу, oh, е. Yeah. Итак, мы приехали. Что ж, дамы и господа, это были хорошие 5 лет.
приятно было осознавать, что мы прожили их вместе, мы хорошо питались, меняли прически, выкидывали барсуков. Ну, в общем, если вам нечем заняться, по-моему, это неплохая игрушка, чтобы убить время. К киберспорту не имеет никакого отношения, но должны же быть какие-то все-таки оригинальные вещи. Спасибо за внимание, с вами был я, то есть БСП, то есть Сергей Петрович, без разницы. Нажимаем стоп уже, пора.